Всем привет! С вами Джор Плейшахов. И сегодня это первая серия по Clash Royale. Так, давайте взимаем рыцаря и лучницы. Надо будет еще и гиганта. Нет. По-хорошему бы эту башню уничтожить. А, мы уже выиграли. Ну, что-то мы быстро выиграли. Так, давайте ждем. Открываем, и нам никто не падает. Так, давайте улучшаем. Ну, мы улучшили ее. Давайте, идемте в бой. Он отправляет вот этих. Мы отправляем этих. Он что-то отправить миньонов. Но, в принципе, я не воздушный. Их только эти ваши. Так, давайте гиганты. Рыцари. Сейчас мы уничтожим другую башню. Я не могу. Ладно, тогда запустим скрим. Вот и все, мы выиграли. Еще сундук. У нас новая карта. Это круто. Вот мне, не знаю, ему надо прокачивать, да или нет. Ну, давайте. Погнали дальше в бой. Так. Говорят гиганта, но можно так и можно так. А чё они там заспавнились? А чё они там заспавнились? Ладно, тут мушкетёры заспавнены. Все, у них две башни сломаны. Давайте спавним. Надо будет гиганта заспамить. Этот рыцарь не дошел до нас, а гигант сейчас умрет.
А зачем он исполнит их? Он нам мешает этим. Он их исполнит, чтобы защититься, но нам это не нужно. Нам нужно, чтобы он их не спавнил, и мы и так его победим. Его 5 хп. Ну и все, мы выиграли. Открываем. Нам выпадает золото и новая карта. Дракончик. Что ж, это круто. То, что нам выпала новая карта. Персонализация. Все понятно. Так, давайте дальше идем. Отлично, теперь проверим, чему тебе удалось научиться. Сразись с противником посильнее. Окей. Понятно. Надо будет заспавнить миньона. Блин. Блин, не туда. Блин, сейчас нам снесут башню. Главное, чтобы не снесли. Вот, главное, чтобы нам башню не снесли. Главное, чтобы не снесли. Вот что главное. А вот гиганта можно. Так, они на него все отвлекаются, а в это время мы заспавним дракончик, который их всех убьет. Блин. Вот эти мешают. Ну все, мы опять выиграли. Ну и остался последний бой. Открываем сундук. И нам ничего не падает. Улучшаем гиганта. Стрелы. Мы подняли уровень.
Ну и давайте последний бой и все. Будем заканчивать видео. Он заспавнил гиганта. Значит, мы тоже заспавним гиганта.